Последние 7 лет жизнь в Молдове невыносима. Чтобы манипулировать людьми и скрывать мошенничество, режим пытается внести в общество раздор. Расколотое общество легче обмануть. Не ненависть должна править гражданами. Молдавский народ всегда жил в мире и согласии вне зависимости от национальности и языка общения. Только целостность и сплоченность может делать нас сильнее, независимо от предпочтений каждого. Сегодня общество нужно объединять. Хватит! Игорь Дадон, единственный политик, который может сохранить целостность Молдовы, защитить нашу государственность и идентичность. Голосуй за Игоря Дадона. У Молдовы есть будущее.